Международная космическая станция, вот, да, она летит на высоте примерно 400 километров над уровнем Земли. Вот. Чтобы вы понимали, отсюда до Москвы сколько? 1000 километров, да? То есть это в два раза меньше, чем до Москвы отсюда. Вот на такую высоту вышло человечество. Дальше опасно. Четвероклассник 33-го лицея Кирилл Ламин пришел сегодня узнать что-то новое о космосе, общаясь с космонавтами. А кто, как не они, ближе к инопланетной жизни? Вот такой вопрос у меня придумали вместе с нашей мамой. Вопрос такой: как вопросы, которые вы решаете сегодня, отличаются от тех, которые вы решали 20 лет назад? Есть ли какой-нибудь протокол на встречу с инопланетянами, например? А девятиклассница Ольга Шингов из 34-й гимназии уверена, такие встречи интересны, познавательны, а главное – эмоциональны. Было бы интересно узнать, бывают ли у них в космосе какие-нибудь внештабные ситуации, и если и бывают, то как они их решают. И вот долгожданные минуты наступили. Ровно в 11:08 МКС пролетает над Ростовом. В распоряжении школьников всего каких-то 12 минут, но каких интересных. Радио Сергей, 0 Иван, Сергей. Это Ульяна Борис 3, Василий Цапля-Леонид. Принимаю вас отлично. Слышу вас хорошо. Рад приветствовать, рад вам можете связаться, но долго, чтобы у нас это получалось. Прием. Услышав голоса из космоса, дети не растерялись и были очень активными. Отвечал на их вопросы бортинженер Дмитрий Петелин. Нештатные ситуации всегда, оборудование различное стоит, очень много оборудования, очень много систем на станции, поэтому при их отказах мы действуем по специальным инструкциям. Космонавтика всеми силами пытается показать людям, что она доступна по всему миру, в том числе в России. Специалисты разрабатывают и запускают частные спутники. Спутники стали малы по размеру, они работают немного на других параметрах, однако обеспечивают очень интересные результаты. Например, снимки поверхности Земли можно сделать с аппарата маленького, который может лежать просто на рабочем столе. В марте 2019-го «Оно Ферон» стало победителем федерального конкурсного отбора «Дежурный по планете». Школьники собрали инженерный образец спутника, и в этом году он отправится на орбиту с космодрома «Восточный». Вместе с нашим техническим партнером «Арктурус» работали над созданием спутника. То есть это первый ростовский спутник, который будет запущен на орбиту Земля. В нашем спутнике, который будет запущен на орбиту, полезная нагрузка состоит из генератора случайных чисел, которые будут обработаны специальным образом и отправлены с орбиты Земля. Пообщались дети с директором Курского НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем ЮСГУ имени Циолковского. Егор Шеленков рассказал о популяризации космических исследований. Потому что привлечь молодых людей заниматься наукой, самосовершенствоваться, наверное, легче всего через космос. Потому что космос – это что-то далекое, это что манит человека, да, звезды, спутники, что-то недосягаемое. Поэтому человек туда стремится. И то есть моя главная миссия – это привлечь молодое поколение именно к исследованию. А из исследований вытекают откровения, например, о такой нужной на Земле воде. Да, это самое, как бы сказать, противное, что может быть в космосе, она вот такие шарики соединяется и может плыть куда угодно, попасть на технику, там, аппаратуру, сократить что-нибудь. Инна Билан, Юрий Лешко, Первый Ростовский.